Всем привет! С вами Константин Кириленко, вы на канале Твой Бас, и сегодняшнее видео будет посвящено изучению нот на грифе бас-гитары. Для начала хотелось бы сказать о названии нот. У нас существует 7 натуральных нот и 5 полутонов между ними. Название нот это до, ре, ми, фа, соль, ля, си. И также между ними есть полутона. Очень важно запомнить, что между си и до, а также ми и фа, нету полутона. Между всеми остальными нотами есть полтона. Натуральная нота может быть повышена или понижена на полтона. Это будет называться аллитерацией. У нас есть два знака аллитерации. Диез – это повышение на полтона, а также бемоль – это понижение на полтона. Например, между нотами до и ре у нас существует вот этот вот самый полутон. То есть нота до может быть повышена на полтона, это будет нота до диез. Либо ре может быть понижена на полтона и будет нота ре бемоль. По звучанию это будет та же самая нота. Это будет называться ингармоническое равенство нот. Также очень важно запомнить последовательность этих нот. До, ре, ми, фа, соль, си. А также вниз. Си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Эта последовательность при движении вверх или вниз меняться не будет, от какой бы ноты вы ни начали. Скажем, вы начинаете от фа, и все равно последовательность будет фа, соль, ля, си, до, ре, ми, фа. Таким образом, всего получается 12 нот. До диез, он же ре бемоль, ре диез или ми бемоль, ми, фа диез или соль бемоль, соль диез или ля бемоль, ля диез, он же си бемоль и си. Теперь приступим к изучению нот на грифе. Для начала хотелось бы сказать о названии открытых струн. Первая струна это нота соль, вторая струна нота ре. Третья струна – нота ля. И четвертая струна – нота ми. Зажимая на грифе каждый следующий лад, мы получаем повышение ноты на полтона. Например, если открытая струна у нас была нота соль, то нота, зажатая на первом ладу, будет нота соль диез. Для начала советую вам очень хорошо выучить ноты до пятого лада, так как именно там можно сыграть основные басовые линии. Сегодня я как раз таки буду показывать ноты до пятого лада. Начнем с самой низкой ноты, ноты ми, и пойдем вверх. Итак, открытая четвертая струна, нота ми. Первый лад четвертой струны, нота фа. Второй лад четвертой струны, нота фа диез или соль бемоль. Третий лад четвертой струны, нота соль. Четвертый лад четвертой струны, нота соль диез или ля бемоль. И пятый лад четвертой струны, нота ля. Далее третья струна, открытая, нота ля. Далее первый лад третьей струны, нота ля диез или си бемоль. Далее нота си. Третий лад третьей струны, нота до. Четвертый лад третьей струны, нота до диез или ре бемоль. И пятый лад третьей струны, нота ре. Далее вторая открытая струна, нота ре. Первый лад второй струны, нота ре диез или ми бемоль. Второй лад второй струны, нота ми. Третий лад второй струны, нота фа. Четвертый лад второй струны, нота фа диез или соль бемоль. И пятый лад второй струны, нота соль. Далее первая струна, нота соль. Первый лад первой струны, нота соль диез или ля бемоль. Второй лад, нота ля. Третий лад, нота ля диез или си бемоль. Четвертый лад, нота си. И пятый лад, нота до. Как вы могли заметить, на пятом ладу нота будет соответствовать следующей открытой струне. Например, на четвертой струне на пятом ладу будет нота ля. И третья открытая струна тоже будет нота ля. Для начала я советую вам выучить ноты на точках, то есть до пятого лада это будет на третьем и на пятом ладу. На первой точке, то есть на третьем ладу, у нас будут ноты на четвертой струне соль, на третьей струне до, на второй струне фа и на первой струне си бемоль. А на пятом ладу будут ноты на четвертой струне ля, на третьей струне ре, на второй струне соль и на первой струне до. Таким образом, если вы выучите ноты на точках, не составит труда дальше от них по полутонам выучить и остальные ноты. Также хорошим упражнением для изучения нот на грифе будет игра гам.
Допустим, хорошим упражнением будет сыграть мажорную гамму. Допустим, начнем мы с ноты до. При этом, играя гамму, нужно называть те ноты, которые мы играем. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Также эту самую мажорную гамму мы можем сыграть от других нот на грифе. Скажем, от ноты соль. Соль, ля, си, до, ре, ми, фа диез, соль. Также вы можете просто нарисовать гриф на листе бумаги и подписать, где какая нота. И просто визуально это учить. Ну а на сегодня это все, друзья. В следующем видео мы продолжим изучать ноты на грифе. Я покажу еще несколько упражнений, а также мы изучим ноты до 12 лада. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Всем пока!